сегодня расскажу про ролл массажный и мячик для лакросса. Все это известно, но некоторые нюансы есть, которые очень важно не забывать делать. Ролл является массажером не для позвонков, а для мышц, которые находятся рядом с позвонком. Потому не нужно путать. Он не управляет, а массажирует и разбивает триггерные зоны. Не забываем, опять же, ШШП в районе поясницы не должны попадать на позвоночник. Здесь мы делаем массаж только под углом, или с правой стороны, или с левой стороны. Сейчас я вам покажу. Правая сторона пошла. Раз, ну что, правая. Прокатываем шипами. Переместились на левую, сели. Левая сторона. Прокатываем шипами. Переместились на левую, сели. Левая сторона. Руки вводим в круг, мышцы натянуты, но не напряжены, и прокатываем все мышцы. Дальше еще, если нужно направленное право, под углом направо, если нужно направленное лево, под углом налево. Затем можно взять горизонтальное перекатывание, тоже очень полезно. Интенсивно зависит от задач, которые мы ставим. Или это тренизирующий массаж после тренировки или после зарядки утренней, или же это реабилитационный массаж после каких-то спазмирующих зон, который должен длиться более интенсивно, более длительно. То есть, если мы легкие, это 5-10 минут на роли, если длительные, это до получаса. Существует еще минимизированный такой способ массажа, это мячик для лакросса. Смысл в том, что разбивание триггерных зон. Сейчас покажу, как это делается. И движениями горизонтальными выбираем зону и прокатываем влево-вправо в зоне триггерных ступеней. Затем перекатываем влево. На стяжение рук также происходит, как и роли. Слегка руки ставим в кольцо, что мышцы натянулись, но не напряжены. Мышцы расслаблены, но слегка натянуты, чтобы были в несложном состоянии. Дальше можно делать круговые движения. Плюс можно опять же регулировать давление за счет угла наклона к стенке. Можно делать вертикальное движение. Опять же, это делается не вдоль позвонка, а рядом просто с позвонком. Направление вертикальное, но не по позвонку, а рядом. Это мышечная зона. Массаж может чуть-чуть быть дискомфортным, но ни в коем случае не болезненным. Если почувствуете какие-то боли, значит, массаж нужно прекратить и перед следующий зелень массажа все-таки обратиться к врачу, если есть какие-то проблемы. На руках можно массажировать. Такой же прокат идет, тоже давление такое умеренное. Тренировок. Если у вас в день две или три тренировки, и забиваются мышцы, естественно, образуются триггерные зоны движения, их очень хорошо разбивать массажным роллом или же хотя бы мячиком для лакросса. То есть интенсивность регулируется лично вами. Будьте здоровы, не болейте, делайте самомассаж. Это экономно, это полезно для здоровья, вводит в тонус ваше жизненное состояние. До следующих встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забудьте про колокольчик.